Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске тактическая стратегия, приключенческий платформер, энергетический флайер, мрачная головоломка, логическая стратегия и трэша-трэша. События Ironclad Tactics повествуют об альтернативной гражданской войне в США. Альтернативной, потому что вы сражаетесь не только людьми, но и машинами на пару. Ironclad Tactics относится к карточным играм, но ее основное отличие в отсутствии пошаговости. Тебе предстоит принимать решение прямо во время боя. В игре присутствует интересный интерактивный сюжет и возможность кооперативного прохождения. В Дюк Дашингтон мы будем играть за герцога Дашингтона, отважного искателя сокровищ, с почему-то одной накачанной рукой. А я знаю почему. Этой рукой мы будем прорываться сквозь смертельные ловушки разрушающегося храма. На каждую комнату тебе будет отведено по 10 секунд, за которые ты должен найти из нее выход. Одно неверное движение рукой, и ты плохо кончишь. Red Bull Air Race – это оборотень игры, на самом деле являющийся грязной рекламой энергетического напитка Red Bull. Ах да, кстати, Red Bull придает крылья. Почувствуйте захватывающий дух скорости и изящество высшего пилотажа воздушных гонок Red Bull. Летайте на лучших в мире гоночных самолетах Red Bull. Состязайтесь в ежедневных всемирных гонках Red Bull и докажите всем, что Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull. Но самолетики очень даже классные. Любишь пауков, кровь, насилие, ужас и мрак? Тогда именно тебе придется по душе побег из психиатрической больницы. Horror Escape – это мрачный пазл с поиском предметов. Разгадай все загадки и найди ответы на терзающие тебя вопросы. Такие как «Если Ктулху?», «Будут ли нас ждать 33 девственницы после смерти?» и «Зачем цифры в сыре?» The Box Squad – это абсолютно новая игра в логическо-стратегическом жанре от компании Ubisoft. Тебе предстоит как отправлять боевых ботов на добычу энергии, так и ставить их на защиту собственной. Как говорится, любишь в атаку ходить, люби и башни боронить. В игре 4 режима стратегических головоломок, хороший геймплей и развивающийся сюжет. Ну и приступим к трэшу. А поглумимся мы сегодня над Stunt Bike 3D. Фу, вы только посмотрите на нее, уродина. А какие текстуры на ней, полигоны в целлюлите, а мужика постоянно штырит, будто он на мотоцикле. Понял шутку? А какое тут звуковое сопровождение? Вы думаете, там играет такая музыка? Нет, это я поставил, чтобы вас не напугать. А сам я полчаса слушал это. Равно качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блин. Это был обзор от Mob.ua и я, Трэш. До встречи.